Салам алейкум, пацаны. Йоу, здорово, пацаны, как ваши дела? Поздравляю всех с новым, наступившим 2018 годом. Пусть этот год принесет удачу, веселье, здоровье и благополучие. Мы с вами стали на самом деле свидетелями истории, когда Хабиб побил Эдсона Барбозу. У Хабиба нету травм, а вот Барбозе не повезло, у него сотрясение мозга и ему надо отойти от боев. Ну что ж, поехали. Хабиб Нурмагомедов имеет лучший показатель по количеству значимых ударов в партере за всю историю UFC. Поздравим! А вот сейчас, пацаны, к горячему переходим. Тут Конор активизировался, и я так понимаю, следующий бой после Тони Фергюсона будет с Хабибом. Да-да-да, парни, мы наконец это увидим. Вот что написал Конор Макгрегор в Твиттере. Этот дагестанец был собачьим дерьмом в ту ночь, когда вы все сходили с ума по нему. Игра полна грязными бомжами, желающими уснуть. Заплатите мне мою цену, и король вернется. Хабиб ему ответил коротко и немногословно. Заткнись, смайлик курицы. Пацаны, вы чувствуете, что назревает что-то большое? Хабиб показал в ту ночь такое обалденное шоу. И, конечно же, все сейчас хотят увидеть главный бой Конор против Хабиба. Букмекеры уже начали выставлять свои коэффициенты. Так вот, Конор далеко не фаворит. Коэффициент 3,5 на его победу. В то же время, как на Хабиба 1,3. Хабиб явный фаворит, и он просто от Конора не оставит места. По моему мнению, Хабиб показал просто нечто эпическое, настолько красивое, что до него никто такого не показывал. А если еще этот бой в России будет, пацаны, ММА выйдет просто на новый уровень. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Еще раз всех обнимаю, поздравляю вас с Новым годом. До скорого. Посмотри в гаджет на уведомление. Вышел дневник, значит будет веселье. Темнокожие или бледнолицые в своем городе.